Привет всем любителям хорошего качественного звука. Вот я наконец-то посмотрел первую серию сериала «Король и Шут». Это просто невероятный фильм. Невероятно большая благодарность создателям данного сериала. Не знаю, что будет дальше, потому что я скачал всего лишь две еще серии. То есть у меня всего лишь три серии. Если честно, я под впечатлением. Рекомендую всем тем, кому нравится русский рок, русский панк-рок, а также всем тем, кому не безразлично постсоветское музыкальное искусство, потому что данная группа образовывалась в 90-х годах. И давайте опустим историю, а расскажу свои впечатления. Это невероятно классное кино, получилось здорово, сказочно, по-панк-рокерски. Сюжет также довольно хорош, не скучен и завлекает зрителя. Это экшен, это драма, это и комедия, это и панк-рок искусство. Не знаю, как там в следующих сериях, но первая серия меня очень сильно впечатлила. Конечно, не обошлось здесь, в этом кино, без разных таких вот словечек, потому что, смотрите, его без детей, потому что это 18+. Кино очень классное, кино очень яркое, событийное, очень качественный звук в нем представлен в 5.1 канальном режиме. Очень-очень здоровское кино. Мне крайне понравилось. Последний раз я такие вот впечатления испытывал, когда смотрел сериал «Винил». Я именно про сериал. Впечатления от сериалов. Именно сериал «Винил». Также рекомендую, но сейчас не о сериале «Винил», а о самом интересном, ожидаемом событии 2023 года. Нет, не Чебурашка, а именно сериал «Король и Шут». Советую, рекомендую. Не знаю, как будет вторая, третья и дальнейшие серии, но сериал просто нереально классный, вам понравится. Советую его скачать, посмотреть в пятиканальном режиме на большом экране. Вот у меня тут большой экран, это я сейчас заставку такую сделал, так что советую, рекомендую, будет нереально классно. Качайте, смотрите. Оставляйте комментарии про свои впечатления от этого сериала. А на этом с вами я прощаюсь. Пока-пока и удачи посмотреть данный сериал до конца.